настенный тепловентилятор с таймером и управлением с пульта. Сегодня в обзоре тепловентилятор компании Electrolux. Модель EFH-W9020. В комплекте с обогревателем идут пульт, сетевой шнур, набор креплений, инструкция и гарантийный талон на 2 года. Этот тепловентилятор устанавливается на стену в горизонтальном положении. Его габариты 26 см в высоту, 58 см в ширину и 16 см в глубину. Весит устройство почти 4 кг. Тепловентилятор треугольной формы. Снизу располагаются жалюзи вентиляции, справа от них сенсорная панель, а в боковой части отсек для незаметного хранения пульта. На корпусе также есть дисплей, показывающий выбранные режимы и текущую температуру воздуха. Управляется устройство с панели на корпусе или с помощью пульта. Можно выбрать один из двух режимов мощности – в 1000 или 2000 Вт, или установить режим вентиляции. Он особенно пригодится в жару. Также можно выбрать комфортную температуру воздуха в диапазоне от плюс 5 до плюс 35 градусов. Тепловентилятор будет ее поддерживать. Жалюзи устройства могут работать в режиме автоматического движения для более равномерного обогрева или охлаждения. Еще одна полезная опция – таймер. Его можно установить на время до 24 часов шагом в 1 час. Внутри тепловентилятора установлен керамический нагревательный элемент. Он способен быстро нагреть воздух в помещениях площадью до 25 квадратных метров, не сжигая при этом кислород. Тепловентилятор, помимо прочего, оснащен защитой от перегрева. После работы в режиме обогрева рекомендуется на некоторое время включить режим вентиляции, чтобы прибор остыл. Этот тепловентилятор от Electrolux можно использовать как вентилятор и как обогреватель. Он не займет много места, так как устанавливается на стену. Управлять им можно дистанционно, а функция таймера позволит вовремя отключить прибор. Тепловентилятор быстро нагреет воздух в комнате площадью до 25 квадратных метров.